Встреча с этим скатом, такими красивыми, ясными, чистыми звездами на крыльях. Знаете, он мне рассказал, эта игрушка, какая доброта синего кита. Вот он герой, ну вот с этой картины к нам приплыл, этот большой, такой очень чистый, красивый скат. И такое ощущение, что он несет вот ту частичку большой доброты, которая как присуща синему киту. И такое чувство, что встречаясь со скатом, и он как являет эту доброту, но она очень тонкая, она такая изящная, она направленная. И что еще удивительно, вот когда я встречаюсь с Зором со скатом, ощущение, вот кит любит радовать друзей. И скат, он однозначно, он такой же. Вот я смотрю в его глаза, и он прям сейчас он меня радует. Его взор радует. И он причем вот такой направленный, ну как направленный, отдающий. И вот такое чувство, что она... Вообще доброта синего кита, она вот вообще безгранична. И вот герой, как такой скат этот, он как частичка этой доброты, такой утонченной, нежной, радующей. И, конечно, размах его крылья, он, ну так, прям вдохновляет. Огромные, большие крылья ската, чистые. Вот она, такая доброта, она летящая, она парящая, она большая, как крылья. Взмах крыльев, такой безграничный взмах.